Все, и на видео. А у вас какого года, Ольга Николаевна, дом? 39-го. 39-го года. Вас же наводнением тут топило. Конечно, еще? Конечно, 3 раза. Сколько раз наводнение было? А сколько воды было в доме? В доме, вот, прямо вот, это... Ну покажите, подойдите, сколько воды было в доме. Давайте я покажу. Да, да вот... Фотографирую, слушай, я так вот... Так. Да, ну чё, ничего. Так, вот, вот так вот. Вот так вот воды было, да, в доме? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот и что там, может быть, там все гнилое уже. Дом с 39-го года. Мой-то не умеет ничего строить. Ага. И вам предлагали, вы обещали 7 тысяч на жилье, да? Мне, да, обещали 7 тысяч. 7 тысяч на жилье. И в течение месяца надо было это срочно отдать. Вернуть назад эти 7 тысяч? Да, вернуть назад эти деньги. Ёлки-палки. 7 тысяч. Вот тогда я 1500 получала. За месяц я должна вот это вот отдать. Была это. Ну хорошо. Понятно тогда. Тут вот топила речка, здесь я рядом, вот речка, она. Вот она рядом. Дом с 39-го года. Года дом. Да. Уже его 3 раза у нас вот наводнение было, да? Да, вот? Ремонта не было вообще. На ремонта не было, потому что зарплата у учителей маленькая. Вот именно. Некогда. Не на что покупать. Ни материал, да, ничего. Все понятно, да. Сейчас отправим. Вот так вот у нас... Да, ну а что? Вот так вот у нас учителя живут. Ни помощи, ничего нету в деревне. Учитель. Ага.